Уже, к большому сожалению, наступила осень, может быть, у вас еще тепло, но, тем не менее, все и дальше, будет холодать. Поэтому сегодняшний трюк будет связан как раз-таки с переменой погоды, когда кожа становится более сухой, и когда мы летом насобирали тональные основы, которые, наоборот, делают лицо более матовым, немножко его подсушивают, чтобы это выглядело все более красиво летом, то осенью и зимой нам все-таки хочется немножко больше увлажнения. Ну, по крайней мере, мне так точно, и я знаю, что многие меня смотрят тоже с похожим типом кожи, как у меня. Так вот, если у вас есть любая тональная основа, которая осенью для вас суховата и которая забивается в морщинки, возможно, которая создает вот такие вот как линии залома, там где есть какие-то естественные изгибы на лице, то этот трюк вам 100% понравится. И он заключается в том, чтобы перед нанесением в тональную основу добавить капельку какого-то масла для лица. Я конкретно использую масло от Tarte, это Maracuja Oil, то есть это специальное масло для лица. И что я делаю? Я беру тональную основу, наношу ее на руку или на палетку столько, сколько мне нужно для нанесения на лицо, и туда капаю с помощью пипетки буквально малюсенькую капельку этого масла, перемешиваю все очень хорошо и после этого наношу на лицо. Результат очень классный, то есть тональная основа сразу питает, потому что вот эти масла очень круто питают кожу, и вот этой мини-мини-мини капельки хватает для того, чтобы напитать лицо, то есть оно выглядело не таким вот сморщенным, скукоженным, а именно гладким, красивым, и в то же время это никак не влияет на свойства тональной основы, по крайней мере, вот сколько я тестировала, ни разу не было такого, чтобы там как-то это сильно повлияло на свойства, и она там начала плыть как-то по-особенному, или на лице как-то себя непредсказуемо вести. В принципе, нет. Единственное, что она добавляет, это немножко больше сияния и немножко больше такого комфорта на лице, и вот эти вот заломы намного меньше появляются, если вообще не исчезают. Поэтому обязательно попробуйте. Это такой вот древний-древний уже трюк, но действительно работает. И если у вас сейчас холодает, и кожа как раз-таки начинает вот к этому адаптироваться и вести себя не очень хорошо с вашими летними тональными основами, то попробуйте обязательно и напишите в комментариях, как вам понравился этот трюк или нет. И на этом я буду с вами прощаться. Обязательно подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, и мы тогда с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!